Президент США отложил введение пошлин на импорт на алюминий и сталь для ряда стран до 1 июня. Речь идет о Канаде, Мексике и Европейском Союзе. Это самые крупные импортеры. С Аргентиной, Австралией и Бразилией достигли соглашения. Об этом сообщает «Голос Америки». Напомню, в марте Трамп ввел новые пошлины. 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия. Это вызвало целую волну негодования и осуждения в международном сообществе. Однако сам американский лидер свое решение объяснил тем, что таким образом он хочет поддержать отечественного производителя.